Всем привет! Сегодня 27 декабря. Я еду в Сан-Клименто Outlet Mall. Мне нужно вернуть несколько вещей. Заодно решила вам еще раз показать i5. Один из подписчиков усомнился, что где-то в США могут быть 16-полосные дороги. Вот обратите внимание, 8 полос в одну сторону, 8 полос в другую. Таким образом, получается 16 полос. Я не знаю, что в этом удивительного. Многие сейчас напишут, чем я хочу удивить. На что я хочу обратить ваше внимание, что я еду сейчас в глуши, так сказать. Довольно-таки далеко от Вашингтона, наверное, 3500 километров от столицы. Но это примерно вот такая вот трасса должна быть в Крыму. То есть там Таврида четырехполосная, а здесь вот такая вот трасса между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. В среднем 14-16 полос. Сейчас на этом участке 1, 2, 3, 4, не могу посчитать. Сейчас 6. Сейчас 12 полос, 6 в одну, 6 в другую. Максимально бывает 16 полос. Пасмурно, холодно, 55 градусов по Фаренгейту. Я даже не помню сколько, это, наверное, 17 градусов по Цельсию. Примерно, вообще холодно, обещают дождь. Сегодня, завтра, послезавтра, то есть в Москве Новый год будет встречаться со снегом, а мы с дождем. Я тоже планировала быть на Новый год в Москве, но обстоятельства сложились не в мою пользу. Наверное, поеду чуть позже. Поснимаю вам красоту, покажу Москву, не знаю, буду ли я брать с собой камеру. Конечно же, в машине удобно снимать на телефон, а красоту удобнее снимать камерой. Но немножко не та камера, которую я хотела, поэтому, скорее всего, я ее поменяю. Вот. Вот, смотрите. Кстати, на холмах, видите, нет еще домов. Я думаю, там такое хорошее поле для застройщиков, где можно понастроить дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас 6 полос. Раз, два, три. Или 5. Сколько сейчас полос? Раз, два, три. Сейчас сужение. Сейчас пошло сужение. i5 до 5 полос. Самая широкая, она, конечно, в Лос-Анджелесе. 3, 4, 5, 6, 12. Так что вот такое вот у нас покрытие дороги. Тоже я выслушала много критики, что пишут, что здесь. Но здесь, кстати, обратите внимание, не образуется колея. Наверное, все-таки это связано с тем, что здесь нет машин с шипами, тут смысла нет. Не ездила в северных штатах, где ездят с шипами. Было бы интересно посмотреть, образуется ли там тоже колея. Здесь нет. И здесь отличается покрытие. Ну, я не знаю, то ли бетонные плиты, то ли что. Мне сложно судить. Но покрытие другое. На мой взгляд, не такое красивое, как в Москве. Но, возможно, более долговечное. Я, конечно, не строитель дорог. Комментировать сложно. Видите, у нас тут осень, желтые деревья. Сейчас самая красота. Вот в конце декабря как раз самая-самая осень. И листья здесь не опадают так быстро, потому что нет таких резких перепадов температуры. Кстати, в Сан-Клименто практически всегда стоят облака, я не знаю, по какой причине, и всегда ветер. То есть это вообще рай для серфингистов. В принципе, вообще все побережье рай для серфингистов, но Сан-Клименто прям самый рай-рай. Я все-таки мечтаю когда-нибудь встать на доску и порадовать вас своими успехами. Я хочу и серфингом заняться, и кайт-серфингом. Все никак, до горных лыж не доеду. Для горных лыж нужно купить еще GoPro. Кстати,
не знаю, может на ней остановиться, не мучить себя этими большими бандурами, потому что таскать этот стик, на нем камеру, ну, конечно, удовольствие так себе. Я не знаю, я не снимала на GoPro ночью. Мне сложно комментировать, какая получится картинка, но днем примерно везде одинаково получается, когда освещения достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас 7 полос. Седьмая как бы на выход. Так что Калифорния бывает не только солнечная, она бывает и вот такой вот пасмурной. Как у вас с настроением, пишите. Готовы ли к Новому году? Все ли поставили елку? Я не поставила. У нас во дворе елки стоят, большие такие, с белками, с настоящими. Надо будет как-нибудь орешков положить, белок вам понаснимать. Вот видите, здесь уже покрытие другое. Там было такое белое, более старое, здесь серое, темно-серое и более ровное. То есть нет таких вот скачков, колдобин. Это вот мы приезжаем в мой любимый город Сан-Клементо. Даже, кстати, не помню, где у нас отворотка. Снимаю. Сейчас проеду отворотку. Наверное, на Ава Виста Хермоза что-то мне подсказывает. Что все названия так похожи. Или дальше. Мне, наверное, все-таки здесь не кажется. Потому что дом наш здесь справа, где мы жили, а аутлет был рядом. Да, вот здесь вот справа. Раньше был выезд от нашего дома, где мы жили, но потом его перекрыли. Кажется, вот здесь. Нет, дальше. Трехсотно заблудишься. Вот. Это съезд сейчас к молу. Съезд от дома, я не помню, где он был. Там просто потом его загородили и выезда не стало. Видимо, чтобы люди просто так не катались. А так выглядит Сан-Клементо в пасмурную погоду. Да, наверное, все-таки здесь выезд. Может, не здесь. Я никак не могу научиться пользоваться навигатором в машине. Стыдно признаться. Я включаю в телефоне навигатор. Да, вот справа школа. А значит, направо у нас будет мол. Или прямо даже. Надо повернуть. А вот он, Сан-Клементо Аутлет. Здесь самые известные марки. Стоят, не стоят. А вот здесь домики. Справа поле. А здесь вот домики, где бы я хотела жить. Они все новые. Кстати, стоят они не намного дороже, чем дома 60-х годов постройки. Но при аналогичной стоимости земля будет меньше. О, дождик пошел. Отлично. Отлично. Не знаю, мне там надо было на стоп остановиться, не надо. Здесь требование вот для этих застройщиков было, которые справа построили жилые комплексы, это построить молл. То есть они строят комплекс и... как сказать, обязанность их построить молл, куда люди могут пройти пошопиться. Тут все в пешей доступности, океан, вот этот вот молл. Тут New Balance, Puma. Я еду возвращать Tommy Hilfiger и New Balance. Вот здесь вот такие вот марки. Calvin Klein. Тут, кстати, очень все дешево, тут реально скидки вот нереальные, если честно. То есть и так все со скидками, они еще сверху на все скидки делают. Даже вот на мой любимый Asics
Я люблю обувь Asics. Они сверху тоже делают скидки. Вот Lululemon тоже все скидочное. Здесь вот чисто аутлет. Здесь все со скидками. Здесь без скидок не продают ничего. Nike тоже без, со скидками. Вот. Смотрите. Это вот так вот представляет из себя этот аутлет. Тома. Старбаксом сейчас никого не удивишь. Старбакс везде. Сегодня вам магазины снимать не буду. Вот снаружи посмотрите. И ладно. Так, вот Nike. Nike, конечно, бесподобный, но что-то они буксуют. Не дают снимать. И это вот так выглядит парковка. А, кстати, я же обещала здесь снять туалет. Меня просили снять туалет. Всех восхитила плитка. Я спрашиваю, говорит, что там, с мылом моет? Я говорю, не знаю. Так. Это вот Сан-Клименто такой вот. Симпатично. Вообще здесь классно. Я хочу здесь жить. Мне здесь очень нравится. Вот. Вот вам комплекс. Я пойду припаркуюсь у New Balance, поскольку дождик, и сниму вам туалет, как заказывали.